Смотрите, кто тут вылез. Я зашла к бабушке, у нее тут ужасно холодно. Короче говоря, когда Надя спрашивала, включать ли отопление во временке и здесь, она говорит, во временке не получилось включить. Ну, здесь, где бабушка живет, не получилось включить. И хозяин дома был в этот момент здесь. Он сказал, что я не знаю, что там что-то тетя Олин брат накрутил, я не знаю что, что, мол, Косте придется кого-то вызывать, какого-то мастера, чтобы включить тут отопление. Вот, включается оно вон там, вот, и здесь очень и очень прохладно. Я даже переживаю, думаю о том, что надо хомяков куда-то, наверное, забирать, потому что, ну, в принципе, для них комфортная температура – это, ну, пускай 22 градуса, мне кажется, тут гораздо меньше, у меня мерзнет нос. Вот, хотя хомячки такие живенькие, но по ним не скажешь, что им там холодно, они никуда не кутаются, но я уже начала переживать. Ну и бабушка вся укуталась там в халат, поставили ей обогреватель в комнате, но у них хоть есть обогреватель, а у хомячков здесь на кухне ничего нет. Это бабушкина кухня, она сейчас еще и заставлена здесь этими коробками, которые мы присылали на Надю из Испании. Велосипед здесь вот лежит, это все сейчас Костя будет забирать. Ой, в общем, дел у нас, конечно, много. Ну, а я зашла с первого раза, прикиньте, угадала, какую коробку распаковать, чтобы найти Дашкин подарок. Там вот эти вот ручки, они были именно в одной из коробок. В одной из пяти коробок я с первого раза распаковала нужную коробку. Такие моя интуиция неплохая у меня. И поскольку Надя Лисюшу взяла сейчас к себе домой, как раз самое время подарить Даше подарки из Испании. Что тут за хихихаха? Ой, можно к вам? Алис, идем. Иди, Даша, подарки подальше. Иди. Алиса, на, скажи Даше, что ты ей привезла подарки из Испании. Даша, подарить. Я тебе привезла подарки из Испании. Ого! Ого! На. Нельзя. Навалила просто вот так. Ну, здесь, короче, один костюм Алисин, второй Дашин. Так что разбирайтесь, можете одеться, они одинаковые. Да? Ты класс. Я видела. Да. Сейчас будете одинаково крутые. Это из Зары. И, насколько я узнала, Зара, она вообще именно в Испании образовалась. То есть, это магазин Зара, да, он именно испанский. О, а ну покажи, покажи, что это за футболка. Прикольно. Подожди, надо мне помогать, я могу сама. Хорошо. Надя, не надо мне помогать. Ух ты, самостоятельная. Капец. Вот это у нее началось. То, что я знаю сама, что делать там, я сама все могу. Правильно. Началось. А сейчас на Дашу смотрю. Ну да, ну да, она же на Дашу смотрит, Даша же сама одевается. Не говори так, мама, говори еще. Как? Ну так, ну прошу мне. Ой, ну, что? Часы упали. Какие часы? Ну с руки этой Анны. А. Так, и штанишки. Скажи. Да, но тебе штанишек не хватает, как у Даши, смотри. Хорошо, штанишки надень вот эти еще. Да, давайте. Давайте так, встаньте по-крутому. Встань рядом, а то Дашу не видно, Дашин костюм не видно. Да, я так уже сфоткала. Давай, встань рядом теперь. И сделайте вот так. Вот такие девочки у нас. Нравится, Дашин? Да, спасибо. Боже мой, ужас какой-то. Да, понравилось, я денем тебе. Куда? На хвостик? Часы на хвостик. Часы я буду. Вкусно, да? Они такие должны быть, не длинные. А что это за штучка? А это нам дарили на какой-то праздник. Ну, типа раскраска такая, но она больше для подростков. Вот тут открой. Она
Чего там всякие приколы, видишь, граффити вот какие-то. Это раскраска. Ну, вот это да, ты можешь просто его, типа антистресса, знаешь, раскраска антистресс. Прикольно. Ну, это испанская, это именно вот испанская. Спасибо. Пожалуйста. Интересно. И ручки, дети ручки. Вот. Посмотри, попробуй. Даже на ней можешь и попробовать. Попробуй, они такие тоненькие. Я думаю, что тебе понравится. Ты же любишь всякое рисовать. Да. Тонюсенькие просто. Я вообще думала, это фломастеры, а оказалось ручки. Ручки? Да. Ой. Какие мои. Лисюш, только ты не рисуй здесь, это Дашенькина. Я так хочу Даше помочь. Осторожно, тут батарея. А, она горячая, да? Да. Даша, если тебе разрешит, спроси. Даша, пожалуйста, ты мне разрешишь? Конечно. А что тебе не разрешить? Такие красавицы. Давай, возьми. Ой, правильно. Мама, подожди, дай. Всякие такие, вот я когда нарисуешь лицо, мне надо обводить его всяким этим. Тебе как раз такие нужны, да? Да. Алечка, только возьми правильно ручку, ну пожалуйста, зайка. Вот так. Особенно если черную. Ух ты, смотри, что Даша нарисовала. Да, Даша. Вау. Нет, не надо. Вот это как? Ты хочешь роспись поставить? Аня. Нет, аккуратненько, я хочу смотри. Еще один. Вот тут аккуратненько. Сердечко или что? Это солнышко. А, не таракан? Нет. Ты читала этот прикол в моем телеграме? Какой? Ну, Катя подходит, Алиса, Катя покупалась, и все вот эти запотели стекла. Она подходит, такая, ой, какое ты солнышко нарисовала. Алиса говорит, это не солнышко, это таракан. Не поняли творчество ребенка. Да, тут можно надолго залипнуть. Какое красивое розовое облако. Только костюмы не запачкайте, ладно? Лисюш, ты держишь опять как кисточку. Вот почему он так любит держать вот так вот? Я не знаю. Потому что я люблю так. Я не так. Разве так удобно? Да, вот мне удобно. Так. Кисточкой, может, и удобно. Смотри, Даша. Не я как обезьяна. Захотите, надо по-любому. Люблю. Так, тут мой братишка вышел. Привет. А что у тебя, что-то с зубом, с губой? Да что, простуда была, короче. А, герпес, наверное. В общем, едем мы с Костей сейчас. Нашли машину, короче. Да, за машиной едут. Офигенно, только она далековато, она находится в Чигирине. Ну, да, я и буду держать нам, кулачки, давайте нужно туда и обратно. Найти. Короче, смотри, я позвонил на Игоря, он сказал, что машина четкая, говорит, бери, типа, ну, это нормальная цена на нее, ну, типа, офигенно. Я теперь нервничаю, когда кто-то куда-то едет, честно. Слушай, а где ты взяла вот это вот, что эти дроны разлетаются на шарики? Не на шарики, они несут на себе... А, это этот же рассказывал вчера. Кто? Ваня. Вчера рассказывала. Который с Настей приехал? Да. А он где-то взял? Потому что Костя, говорю, Костя говорит, я нигде не читал. Это ему папа рассказал. Да? Угу. Я тоже вчера... Я знаю, что он несет до 50 килограмм. Но это я тоже читала, да, а то, взрывчатки. А вот рассыпает, то... Да, я не знала вот это уже вчера рассказывала. Еще и на радиус 5 километров? Охренеть. А вот эти фугасные лепестки? Угу. Кассетные мины? Ну да, они, кстати, во всем мире запрещены. Бо на них наступаешь, они урона такого не наносят, но отрывают пятку там. Ну, охренеть. То есть человек не умирает, но инвалидом становится. Типа, а если детки, ну, ну да. Ужас. Ну как раз дети страдают, бо они подбирают вот это, бо, ну, типа как игрушечка маленькая. Ну да. Вот такая штучка. Збройні сили України. Угу. Слушай, що, група крові написана? Ну да. Обалдеть, у тебе два мінус? Прикинь. Да. А у мене два плюс. І у неї два плюс. У мене два плюс. Так я слушай, так поняла, що у нього два плюс. Так это... Подожди, це рідка група? Два мінус? Да. Или не очень рідка? Ну, я так, в інтернеті видел, що, типа, у пришельців, короче, вторая отрицательная. Ну, как всегда. Да, как всегда. А ще зелені глаза. Я тебе скажу, у моего Кости третья отрицательная, так що недалеко ушел, да. Третья – это А и Б. Ну, вторая група крові – это буква А, третья это... Не, подожди. Третья это Б. А у девчонок у наших получилось четвертая. А плюс Б, короче. Они взяли и от меня, и от папы. И у всех троих, у них редчайшая группа крови. Четвертая. У всех троих, прикинь, одинаковые. Капец. Это как пришельцы. Ну, я не знала, что у тебя два минуса. Я думала, у нас у всех два плюс. От мамы, от папы. Нет, такой. Слушай, а в кого что-то минус? Это у бати минус? Или у мамы твоей? Интересно даже. Не, у мамы моей точно не минус.
У нее там какая-то третья, вроде бы, что-то. Ну, вот так какая-то вышла у тебя вторая тогда. У папика. Надо узнать, интересно. Надя, ты давно сдавала на резус? Ой, я много раз сдавала. Я же беременна сколько раз знаешь, была. Ты когда беременеешь, что... меняется. Не, резус не меняется. Это что? В кумы, когда ездили операцию, перелили кровь. Ну, так... Сколько там процентов поменялось? Ну так ей же перелили была... чужую. Или первая у нее, или четвертая была. Четвертая была. И стала на 2+. Офигеть. Да. Можно поменять себе группу крови. В некоторых случаях. По-моему, первой группе любая подходит, если не ошибаюсь. Даже не знаю. Но самая редкая группа – это 4-, короче. У моих, слава богу, 4+, как бы. Ну, то есть они могут быть донорами, но, по-моему, или им подходит любая. Вот я не знаю, я не помню. Или первой группе. Ну, короче, ладно, едьте, пока день. Ехать довольно далеко, да. Я буду нервничать, да. Я поехал не своей машиной, автобусом забрал. Я за девочками посмотрю. Кость, ну как автобусом? А если она нам не подойдет? Ну да. Так что мы будем тогда? Подожди, а как не автобусом реально? Костя же не водитель. Как вы будете тогда забирать? Сейчас надо водителя будем искать. Настюш, я тебе грим покупала. Может, ты в моих видео видела на Хэллоуин? Нет. И еще, где еще эти Кость-карандашки ты сегодня находил? Сейчас Кость, папа еще даст. Мы только с Ваней рисовали. Это в Испании покупала. Я видела, мне Надя кидала. Да? Да. А, и хотели еще раз нарисовать, поснимать видосик. Ну вот, видишь, как раз вам будет. И белую как раз искали. Ты сейчас посмотришь, я там кучу карандашков купила. Спасибо. Я знаю, что ты такое любишь. Да. Алиска только что спиной ударилась, чесала себе спину, теперь там такая злая. Я нам открыла дверь. Блин. Посмотри, о, сколько всего. Ё-моё, мама. Посмотри. Ну, как раз скоро Хэллоуин. А это тебе бабушка купила, не знаю. Ну, буква а, типа Анастасия сказала, что в твоем стиле ты где-то дома прилепишь, не знаю. Ой, бабушка. А здесь... А что это вообще такое? А, не знаю, ну деревянное. Просто для красоты где-то на стол поставить. Прикол. Вот, а здесь, ну, типа, я так понимаю, ну, это грим для Хэллоуина. И ресницы, я подумала, вдруг тебе понадобятся. Прикольно. Розовые. Блин, ну это ты прям угадала. Обалдеть. Да? Ну, с этими штуками они прям сейчас... Ну, я же тебя немножко знаю, все-таки. Мама твоя. Не, я вообще в этом году не собиралась, потому что я в прошлом году вот двое суток сидела и рисовала, и мне в этом году вообще не хотелось. Но Ваня такой, давай, сделаем, поснимаем. Ну вот. Короче, разные, видишь, что цвета чуть разные, поэтому и две разные. Может, сегодня сделаем, если силы появятся, бо я сегодня. Попей чего-то, кофе там. Мне кажется, ты я кушаешь мало. Кофе. Не, я нормально кушаю. Да, ну знаешь, ты не высыпаешься, не знаю. Сегодня, да, мне что-то плохо спала. Алиска вас еще утром разбудила. Да. О, смотрите, что себе на спине сделала. Мы кремом замазали. Это она, знаете, как сделала? Вот на этой лестнице шаталась, вот так вот туда-сюда. А сзади стоял мольберт, и я так понимаю, что она вот об эти вот штучки спиной попала. Счесала себе, счесала сильно. Кнопочка, Нося, уже находит себе приключения. Держись крепко за воростайку. Хорошо, мама, буду крепко держаться, чтобы не упасть. Обещаешь? Опа, да, обещаю. Опа. Боже, Алиса. Я сейчас монтировала видео. На Алисиной кроватке спит Маха. На полу на пледах спит Батон. А рядом со мной спала Мируся. Мирусенька моя маленькая. У меня под ножками. Она бегала весь дом, но спать она приходит сюда к нам. Она уже знает, где мы спим. У Лисюшки что-то конкретно сегодня был сбой. Во-первых, она проснулась рано. А во-вторых, вот она перед тем, как сейчас уснула вечером, она так нарыдалась. Это просто трэш. Я не знаю, что повлияло. Или все эти переезды, или куча эмоций, или эти сирены, или что. Но, в общем, столько нарыдалась перед тем, как уснула, что ужас. Пока я монтировала видео, я сегодня 4 видео на канал выпустила. Костя сделал запеканку. И Алиса очень хотела ее покушать. То есть он и котлет нажарил куриных, ее любимых. Но она сказала, нет, я котлеты не буду, я хочу запеканку. Вот. А пока он делал запеканку, она уснула. Я вот это все жду, чтобы она же проснулась и покушала, потому что плохо она сегодня кушала. Вот. Но запеканка еще, конечно, сильно горячая. Поломалась досточка. Жаль. Еще Костя сумки разбирал, достал жвачки. Забыли подарить Даше жвачки еще вот эти. И Лили и Злате завтра завезем. Завтра заедем уже бабушку Веру увидим наконец-то. Маня, я долго думала, не Беня ли ты? Так похоже на отца. Я начинаю уборку в игрушках.
Сейчас буду протирать полки, которые 7 месяцев пылились. У меня кошмарная аллергия, вы не представляете. Я настолько ощущаю, что здесь куча пыли собралась за это время, пока нас не было дома, что у меня просто и нос, и глаза, и глаза чешутся, нос постоянно с насморком. Как бы я очень чувствую вот эту всю пыль. То есть мне нужно навести максимально такой порядок, чтобы пыли вообще нигде не было. Ни капельки. У меня аллергия на пылевых клещей. Вот. Поэтому, в любом случае надо было бы навести, но, учитывая мою аллергию, просто навести надо быстро, понимаете, вот о чем речь. Речь о том, что ждать нельзя, и надо сейчас этим заниматься. Вот я весь день работала над каналом, а теперь весь вечер буду делать уборку. Алиса проснулась, уговорила нам дать ей запеканку в кровать. В общем, кушает, потом, наверное, пойдет к Наде с Дашей, пока еще они спать не ложатся. А я тут просто трэш. Протираю каждую детальку от конструктора. Просто все. Это я не знаю, сколько займет времени. Пока вот эти только две полочки протерла. И сейчас все эти винтики буду протирать. Так, Алиса ушла к Наде. Сказала, я пойду одна. Я протираю такую машинку сейчас. И я думала, что потерялись от нее машинки. А здесь есть специальные гаражики, в которых они были. Вот. Вспоминаю заодно игрушки, которые мы с Алисой последними покупали. Это одна из последних. Вот. Которая еще толком поиграть не успела она, и началась война. Пытаюсь вспомнить вообще, в чем тут суть. Ага, они выезжают просто в разные стороны. Классно придумали, конечно. Классно она все раскладывается. Я уже ее протерла. Сейчас буду пытаться сложить. Вот, так что сейчас все игрушки приведем в порядок. Сюда же, я так понимаю, надо ее запихнуть. Вроде ж так. Боже, тут еще сообрази, как сложить. Это так, так, это так. И эта часть. Так. Как-то так. О, какая классная пожарная машина получается. Ах, помогать пришла. А помните, это пианинка, бегемот, которая должно... Нажимаешь кнопку, должны подниматься эти шарики. Сейчас будем проверять, работает ли она. Где-то тут. Сейчас посмотрим. Этот что-то без звука. И этот. Не все работают. А почему? Так, мало она им поиграла, она уже и поломана. Почему оно могло поломаться, скажите? Потому что им не пользовались, вряд ли. Смотрите, какая милая картина. Пришла Катя к своему батушнике. Ой, он разомлел. Чихает?